Шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали завоевали саратовские спортсмены на международном турнире по ушу в Санкт-Петербурге. Какими еще наградами пополнилась копилка региона, узнаем у нашего спортивного обозревателя Александра Старкова. Спасибо, коллега. Двенадцатый международный чемпионат по ушу в северной столице под эгидой Ассоциации ушу Балтийских и Северных стран собрал участников из Латвии, Нидерландов, России, Таджикистана и Украины. Побороться за призовые места приехали 96 спортсменов. Нашу область представляли 7 воспитанников клуба «Антей», которые привезли 11 медалей международного значения. Наталья Погонина на тайбрейке 1/8 финала женского чемпионата мира победила француженку Мариси Бак. Счет в матче 3-1 в пользу саратовского гроссмейстера. Этим Наталья обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира. Следующим этапом будет встреча Погониной с китаянкой Джао Сюэ. Отмечу, что саратовская шахматистка осталась единственной представительницей России на турнире. Это стало известно после того, как в тайбрейке 1/8 финала выбыла Александра Костенюк. Пока фаворитом оставшейся части чемпионата является гроссмейстер из Индии Хампи Канеру. Баскетболисты саратовского «Автодора» с разгромным счетом 103-83 обыграли финскую команду «Байзонс». Игра проходила на домашнем поле. Уже в первой четверти саратовцы обеспечили себе преимущество, выиграв 34-17. В третьем периоде наша команда уступила сопернику 18-21. Но в победе «Автодора» сомнений не было. Саратовцы выиграли со счетом 103-83. Самым результативным в его составе стал Кортни Фордсон, набрав 24 очка.